Сегодня 7 мая 2021 года. Хорошая погода. И мы наблюдаем за общественным гнездом. Гнездом пчелы-осьми. Нам подаренной Александром Александровичем Зверюхой. И мы видим, что гнездо хорошо работает. Оно сделано из планок с просверленными отверстиями около 9 мм в диаметре. Были коконы осьми, которых вылупились прекрасные самцы и самки осьми. А сейчас они заселяют, как мы наблюдаем, разные отверстия, в которых как раз делают каждая пчелка отдельное гнездышко. Пчелы осьми черные, с красным кончиком брюшка, приносят пыльцу на нижней стороне брюшка. Пыльцовый нектар смачивают вместе, делают пыльцевой комочек, откладывают яйцо и потом запечатывают ячейку. Личинка развивается в отдельные ячейки. А ячейки делают с перегородками, глиняными перегородками. Если ячейка уже заканчивается, то делается глиняная пробка или земляная пробка. И мы наблюдаем, что уже есть такие прекрасные пробки, потому что вся ячейка, вся квартира уже полностью заполнена. Это не я замазал, не случайно попала земля. Земля уже здесь принесена самой пчелой. Она ее замазала, это выход, с тем, чтобы уже не проникали сюда никакие паразиты. У нас здесь как раз и будет проводиться эксперимент по разведению пчел и по выявлению их паразитов. Потому что паразиты настолько вездесущие, маленькие, что уже сейчас тепло, и уже первые паразиты тоже появились. Они здесь пасутся, в самом деле пасутся, ожидают. И раз, вот прилетела пчела, и раз, ищет, где там моя норка. Ну, это прилетел, может быть, еще даже самец, залез в норку на проверку. А рядом вот запечатанное гнездышко. Боевое движение сегодня не такое активное, но этот день от дня зависит. Сегодня было прохладно. Как я сказал, уже появились первые паразиты пчелиных. И они здесь наблюдаются. Первыми здесь появились мушки. Еще не определяли точный вид. Вот здесь как раз первая сидит мушка, которая прилетела. И здесь недалеко от гнездышка сидит, ожидает, возможно, заполнение гнездышка, и тогда она заберется туда, отложит свое яйцо, и личинка мухи скушает нектар или личинку саму. А это вот белый кусочек, это потерянный кусочек пыльцы из гнезда. Может быть, здесь происходило обустройство гнезда, и осьми не смогла теряют почему-то нектар и пыльцу в виде комочка, или обустраивают гнездышко и не могут его обустроить, делают перегородку, какие-то и надо запасы, маленький кусочек пыльцы выбрасывают из гнезда. Вот сейчас вот активизируется, и вот мы видим, что вот уже несколько пчелок сегодня летает и трудится, активно залетает, вылетает. Те, которые пролетают, пчелы активно, у них на нижней стороне брюшка прикреплен пыльцевой комочек, его они счищают внутри гнезда и обустраивают. Вот наконец-то я подгадал, что одна осьмия залетела в гнездышко и хочет выбраться. Подставленная пробирочка показывает, что да, она здесь как раз и обитает, здесь живет, и уже собиралась лететь за новой добычей, но попалась в мою пробирку как хозяйка данной медной горы. У нее зеленый покрашенный вход, с тем, чтобы она не потерялась. Но стекло же она не может прогрызть, поэтому бегает назад, вперед. Но мы ее, конечно же, выпустим, потому что она полетит заполнять свою пробирку новым пыльцевым комочком и нектаром. Так что будем выпускать. Добрый путь. А все остальные здесь разные у них. Разноцветные квартиры. Поэтому если у вас появятся вопросы, даже вы какие-то по делу, по защите растений можете, то не только на кухне, а в доме, посылать ваши вопросы на электронную почту
предварительно посмотрев, конечно же, видео на моем канале. Вдруг кого-то из вредителей найдете на моем канале. Будет просто прикольно и интересно. А если захотите выразить свой donation это называется, орг-взнос в поддержку канала. Сейчас это считается нормально. Можете поставить пару гривен вот на вот эту страничку в Патреоне со своей карточки, которые все сейчас расплачиваются за еду в магазине, даже не доставая никаких долларов из кармана, не обменивая, сразу со своей карты в какой-либо своей стране не находились. Просто и приятно. Посылайте через Patreon. А я укажу вас как спонсора поддерживающего канал. Мы с вами будем еще общаться. В Патреоне вы будете патроном, спонсором научных исследований. Это мелочь, а приятно. А может, даже и не мелочь, если это хорошая поддержка. Почему бы нет? Вот такой сегодня...